В Татарстане и России сейчас обсуждают, нужно ли проводить новогодние праздники и следует ли украшать город. Давайте узнаем мнение у жителей республики на этот счет. Если для детей, то, конечно, стоит. Пусть государство не жадничает. Для детей, конечно, нужно праздновать. Обязательно. Я только за. Если будет хотя бы малейшая возможность как-то украсить Новый год, я лучше выберу детей, что нужно украшать. Супер, спасибо. Конечно, надо. У меня внуки, например. Новый год для них Новый год, для внуков. Я думаю, сэкономить надо для ребят на броники. Я считаю так, независимо от какой-то обстановки, людям всегда нужна радость. Лишать радости людей нельзя. Детям, да, конечно, праздник. В садиках это ради Бога, а как бы взрослые мы. Ну, конечно, люди все по-разному, да. У всех разные, как бы. Кого это коснулось, они это поймут. Кого это не коснулось, они сами уж сделают выбор. Ну, я считаю, однозначно надо украшать город, елку надо ставить, каток надо делать для детей. Я считаю, что касательно Нового года и любого праздника, его надо справлять, это поддерживает веру в том, что жизнь продолжается, во-первых, во-вторых, ну, как бы, и дает вот это ощущение, что радость, она все-таки есть. Обязательно надо, не как это так. Бала, шушунда. Переживайте вас, бикнак, и сенсов на волсонарин, и сенсов ерсеннер. Детям надо обязательно. Нам ладно, старикам-то, детям надо обязательно. Детям нужен Новый год. Дети ждут, пускай празднуют. Это, как сказать, детский праздник. Новый год – это же праздник детства. И вот эта вся атмосфера, она поднимает настроение. И, ну, там же счастье просто, ну, безграничный у ребенка. Он же традиционный праздник все равно. Ну что, у нас все пропало, что ли? Жизнь продолжается.